Всем доброе время суток. Мы приехали убрать черноплодку, потому что вчера был ужасный ветер. Я думала, что ее все снесет. И сейчас уже дожди начинаются. Надо ее убирать. Вот я с таким лукошком, с которым вишню собирала. Вот эту черноплодку. Сейчас буду срезать секатором. И хочу заморозить на компот и вино сделать, попробовать. Очень много черноплодки, смотрите, сколько. Прям усеяно. И удобно вот в это корыце. Так. Оп. Оп. И сразу падает. Оп. Без помощи второй руки. Так мне нравится убирать. Но потом надо будет ее еще общипывать дома. Хорошо, хоть сегодня погода более-менее хорошая. То вчера вообще было светопредставление. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий, как бы мне рябине к дубу перебраться. Я б тогда не стала гнуться и качаться тонкими ветвями. Я б к нему прижалась и с его листвою день и ночь шепталась. Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, судьба такая, век одной качаться. Вот так с песнями я и убираю. Я почему-то подумала, что тонкая рябина – это не про красную рябину, потому что там бывает ствол очень толстый, а именно про черноплодную рябину, потому что ветки тонкие, смотрите, какие. Даже пришлось подвязать, чтобы не разваливались. А дуб вон там в лесу. Вон он, дуб напротив. Вот он. Вот этот дуб. Одно ведро готово. Одно ведро черноплодочки уже есть. И еще немножечко осталось. Так, и надо теперь эвакуировать всю вот эту, брать ее. В ящик сложу и в сарай поставлю. Грибочек. Люди грибы собирают настоящие, а я цементные. Так, идите сюда, мои крошечки. Малюточки, малюточки.
котика спрятать на зиму. Пойдем в сарай. Зайку тоже надо эвакуировать. А вот с грибами не знаю, что делать. Таскать их в сарай тяжеленное. Может, кучку собрать, накрыть. Никто не позарится. Пойдем, зайка, на зимовку. Так я тебе усы не закрасила. Ну, до весны. Вот у меня под грушей грибы. И там под яблоней грибы. Что с ними делать? Убирать, что ли? И начал моросить дождь. Вот еще яблочки. Вроде все собрали. А эти крохотулечки попадали. Надо забрать. Уже холода. И так жалко цветочки. Они как специально так красиво все цветут. И сейчас за этим, за кладовкой мне такие красивые там цветы. Ой, вот. Какая красота. А это что-то уже взошло. Насеялись цветочки. Какие цвета. Ой. Бордовый, оранжевый. Не пойму, вообще не поймешь какой. А вот какой красивый. Ой, миленький. Холода же уже начинается. Чё, что не делать-то? Жалко же вас вырывать. Очень красивые. А я, наверное, букет нарежу и вазу поставлю. Точно. Пусть еще покрасуются. Вот уже отцветает. Хрен, наверное, тоже на зиму надо обрезать. Листья эти убрать. Сейчас за секатором схожу. Хренчик, 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 я пришла. Надо убрать его тоже, наверное. О, смотрите, какой красивый листочек. Резной такой. И вот еще. На хрене, как елочка. Вот как у меня красиво у соседей. У Гали. Цветы, цветы. О, уже хороший дождь начинается. И вот что я увидела. Мне же пришлось отсюда малину. Я хотела ее почистить, а она с корнем вырывалась. Наверное, я говорю, ремонтантная она все-таки здесь была. И вот что я увидела. Малинка вылезла. Как быстро она. Я боялась, что ничего не будет. Она уже вылезла. Значит, здесь у меня будет малинка. А это к соседке. К соседке моя малинка пошла. Ну, может, она ей нужна будет. Это вот сосед себе такой туалет забабахал. Этот снесет. Будет такой комфортабельный туалет с кладовкой. Вот у соседки вот виноград, который она мне говорила, иди рви сколько хочешь. Там у нее еще полно за домом осталось. И вот такие деревья уже. Почти желтенькие. Груши. Ну там вот, вот эта груша. Она зелено-красная. И начинается дождик. Так, у меня виноград. Сейчас я покажу, что у меня с виноградом. Вот он. Оплел сарай. Его, наверное, надо обрезать наполовину хотя бы. Потому что мы хотим сарай убрать, сделать здесь мангальную зону и туда виноград пустить. Вот, чтобы на крышу. Вот так крышу уберем. Будет такая типа беседка виноградом обитая. Это вот он с июня месяца вырос такой виноградище. Так жалко.
бросать все. Так здесь все красиво. Зачем у нас зима такая? Как хорошо. Так, Петрович уже мусор вынес. Ходил мусор выносить, и надо собираться, значит, домой. Все, крокус уже отцветает. Ничего. Домой? Конечно. Ну все. Смотри, какой одинокий красивый бархатец стоит. Еще. Да? Вот какой красивый. Хорошенький. А это вот стриптиз. Стриптиз, вот это стриптиз такой. Таскать. Это я покупала семена в этих, в пакетиках, но я собрала. Интересно, может, они тоже какие-нибудь селекционные будут плодоносить, не будут. Но посадить-то я посажу их. Очень красивые они, потому что... Так, все, Петрович грибы убрал в сарай. Так, руки надо. Унес. Давай мой руки и домой.